Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не запутались. Они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки своим постоянным зрителям с разных городов, с разных стран, с разных континентов. Отдельный привет, слова благодарности всем мастерам, мастерицам. Спасибо большое за ваши теплые слова, за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я к вам сегодня с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы уже работали. Да, новички, кто еще не работал с залыми ниточками, но хотел его пробовать, пробуйте. Смотрите, называются они Ализе Ангора Голд Симли. Моточек, конечно, уже уменьшился, потому что мы много узорчиков вязали из данных ниточек. Но, смотрите, здесь получается в 100 граммах 500 метров по составу 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Так? Дальше. Нам здесь советует производитель: берите крючок от двоечки до четверочки. Дело в том, что я уже вязала, да, знаю свою плотность вязания. Я вязала данную пряжу крючком номер 3. А вы подбираете под свою пряжу да, какая у вас будет такая либо, либо какая другая пряжа, точно так же берете, открываете аннотацию, читаете, какой вам советует крючок и подбираете под себя. Узорчики универсальные, не обязательно вязать именно с такой пряжи, с которой показываю я. Из любой, какая, какая у вас есть дома, вяжите. Итак, цвет передается на камеру такой же, как он есть на самом деле. Называется 452. Идем дальше. Нам здесь, получается, советует производитель, берите данную пряжу для чего? Для палантинов, для шали, для накидок и так далее. Не ограничивайте себя, пробуйте узорчики для кофточек, для кардиганчиков, будет смотреться шикарно. Ну что, свяжем. Итак, ниточку покажу чуть поближе. Вот если ее раскрутить, она состоит из трех ниточек. Акрил, шерсть и, видите, металлик. Вот. Ниточка сама по себе интересная, удобная, хорошо вяжется, но для новичков вот эти вот ворсиночки вы можете цепляться за них, они могут вам тормозить весь процесс, поэтому крючок сильно маленький не берите, берите средний толщины крючок и заранее продумывайте, что вы будете вязать, сколько столбиков, сколько петелек, потому что если захотите распустить или ошибетесь, то распустить будет сложно, возможно, но сложно. Итак, сегодняшний узорчик, как называется сборная солянка из нескольких узорчиков, поэтому схемки как таковой нету, но раппорт узорчика будет равняться 6 петелек и получается я наберу 6 рапортов и один дополнительно столбик до да, петельку получается 37 воздушных петелек я наберу а вы набирайте как вам будет удобно и так все как всегда в начале петелька фиксации и при наборе петелек мы эту петельку не считаем а теперь 37 воздушных петелек поехали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раз, два, три, четыре, пять. Накид вот в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид в следующую петельку цепочки. Точно так же в следующую косичку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И так далее ныряем в каждую петельку цепочки и провязываем столбики с накидом. Считаем. Если я, получается, набралась 37 воздушных петелек, должно получиться 37 столбиков с накидом. А вы считаете, сколько вы набирали, то есть количество петелек и столбиков должно совпадать. И вот такой момент, что вот эти три петельки подъема, вот, которые мы с вами самые первые провязали, это тоже имитация столбика с накидом. То есть считаем как за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь столбиков я уже провязала. Давайте так вот до конца ряда провяжем с вами вместе. Здесь я вас встречаю. Договорились? все не сложно. давайте так смотрите вот готов наш ряд столбиками с накидом далее что мы делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот теперь 2 воздушные петельки по узорчику 1 2 то есть то получается 5 воздушных петель и да? далее идем смотрите 1 2 2 столбика пропускаем и в третий столбик будь внимательны делаем накид нырнули непосредственно в столбик вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп накид нырнули вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп все держим на крючке точно так же третий раз четвертый раз и пятый раз и у нас с вами получается 6 петелек на крючке так вот первые 5 провязываем вместе за раз остаются 2 петельки на крючке теперь 2 петельки вместе Оп. вот у нас такой вот Разновидность пышного столбика получилось далее 2 воздушные петельки. Опять пропускаем 2 столбика раз два в третий столбик делаем точно так же, провязываем 5 столбиков с накидом с одной вершиной 1, 3, 4, 5. И теперь у нас получается на крючке 6 петелек. Здесь первая петелька зацепилась. Так, иди сюда, покажу. Вот, видите? 5 петелек и 6. Вот. И получается, мы провязываем первые 5 петелек. 2 петельки на крючке остаются. Теперь 2 петельки вместе. Оп. Вот таким вот образом, видите? И так вот шагаем до конца ряда. Получается, 2 воздушные петельки провязали, 2 столбика пропустили. И опять провязали 5 столбиков с одной верхушкой. Понятно? То есть ничего сложного. И так вы шагаете до конца ряда. Так, 4, 5 провязали 2 петельки зафиксировали поняли да вот у вас будет вот такой вот интересный рядочек угу. все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю так смотрите вот наш рядочек красивый готов далее что мы делаем мы получается как заканчиваем ряд 2 воздушные петельки пропускаем 2 столбика и вот у нас три петельки подъема в третью петельку ныряем и провязываем просто один обычный столбик с накидом все ряд закончен далее воздушная петелька поворот и сюда же провязываем столбик без накида так дальше 2 воздушные петельки арочка ныряем в к получается в арочку и провязываем 2 столбика без накида далее вот наша получается шишечка да, наш пышный столбик за верхушечку беремся столбик без накида дальше опять арочка из двух воздушных петелек 2 значит столбика без накида опять цепляемся за верхушку наших вот столбиков да общую верхушку столбик без накида и так далее то есть поняли да в арочку два столбика без накида за верхушку один столбик без накида все несложно Давайте вот так вот до конца ряда угу. а в конце ряда я вас встречаю договорились Давайте так вот наши горошинки назовем их так готовы Да что делаем дальше опять 3 петельки подъема раз-два 3 поворот и теперь смотрите внимательно делаем накид так и вот получается у нас здесь было два столбика раз 2, в 3 прям над верхушкой да, этим столб этого столбика ныряем вытягиваем ниточку провязываем один раз раз Ныр... накид нырнули еще раз провязали точно так же 2 накид точно так же 3 в этот раз сделали всего лишь только 3 таких столбика. У нас на крючке осталось 4 петельки. Точно так же провязываем вначале 3 петельки, затем оставшиеся 2 вместе провязываем. Вот такой как бы лепесточек сформировался. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же к этому же столбику и провязываем второй точно такой же лепесточек. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. 4 петельки на крючке. Провязываем в первые 3 петельки, остались 2 и последние 2 петельки. У нас как бы вот такой вот лепесточек в разные стороны. Идем дальше. Пропускаем опять 2 столбика. Раз, 2, и в третий столбик. Четко вот получается над нашим пышным вот этим столбиком. Провязываем обычный столбик с накидом. Вот. Видите, как получается. Столбик, лепесточки, столбик. Дальше пойдут у нас лепесточки. Накид. 2 столбика пропустили в третий. Раз, провязали, два, три. Теперь все три петельки провязываем вместе. Остались две петельки, теперь две петельки вместе. Три воздушные петельки. И опять возвращаемся сюда же, делаем второй лепесточек. Раз, столбик, два, столбик, ну как бы полустолбики, да? Три. Теперь три петельки провязали, две петельки провязали. Пропускаем два столбика и в третий столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Все. И у нас как бы с вами получается вот такие вот, как бокошечки, да, стеночка, стеночка. В окошечке два лепесточка, видите? Стеночка, стеночка, в окошечке два лепесточка. И вот так вот шагаем до конца ряда. Угу, несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот лепесточки мы с вами провязали, да. Идем дальше. Делаем, получается, одну воздушную петельку поворот и сюда же в этот же столбик столбик без накида есть а далее 2 воздушные петельки раз два и далее смотрите вот наша арочка из трех воздушных петелек мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида опять 2 воздушные петельки раз два вот наш одиноко стоящий столбик да вот мы беремся за верхушку и провязываем столбик без накида Две воздушные петельки раз, два и опять арочка из трех воздушных петель ныряем в нее, делаем столбик без накида. 2 воздушные петельки и в столбик. Один стоит в столбик. Вот мы за верхушку беремся и провязываем столбик без накида. Все, вот мы делаем вот такие вот малюсенькие-малюсенькие арочки, так вот, до конца ряда. Не сложно, Не сложно Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы сделали наши лепесточки. Вот такой вот получается ажурчик красиво формируется. Идем дальше. Следующий ряд. Делаем одну воздушную петельку. Поворот. И сюда же, в этот же столбик шагаем и провязываем столбик без накида. Есть. А далее, смотрите, делаем одну воздушную петельку. Накид. И вот там столбик наш без накида, который мы провязывали. Помните варочку? Вот мы этот столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Сюда же опять возвращаемся. Столбик с накидом. Два. Воздушная петелька. Сюда же возвращаемся. Столбик с накидом. Три. Воздушная петелька. И присоединяемся к следующему столбику. Вот там, где у нас был столбик с накидом, мы над ним провязывали столбик без накида. И вот в этот столбик провязываем столбик без накида. И у нас, видите, формируется вот такой вот верочек. То есть ажурчик наш продолжает расти. А далее повторение: опять воздушная петелька. Вот, над арочкой, да, помните, столбик без накида. Вот мы в этот столбик ныряем и провязываем наш веерочек. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2 воздушная петелька сюда же столбик с накидом 3 воздушная петелька и присоединяемся к следующему столбику без накида столбиком без накида все и вот у вас ряд будет состоять вот таких вот нежных маленьких аккуратненьких веерочков понятно несложно да все давайте вот так же до конца ряда а в конце ряда я вас опять встречаю так смотрите вот наши веерочки да? Сформировались красивый ажурчик Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три, поворот, и опять делаем 2 воздушные петельки 1, 2 по узорчику. Итого у нас здесь получается 5 воздушных петель. А дальше смотрите: вот наш верочек, состоящий из трех столбиков: раз, два, три. Мы присоединяемся к самому центральному столбику и провязываем столбик без накида. Есть 2 воздушные петельки. Вот наш столбик без накида, присоединяемся к нему и провязываем столбик с накидом. То есть выравниваем краешек, да? Он у нас был волнистым, а мы его сейчас будем делать аккуратненько ровным. Опять две воздушные петельки. Присоединяемся вот к центральному столбику нашего веерочка и провязываем столбик без накида. Две воздушные петельки. Там, где между веерочками был столбик без накида, мы присоединяемся к нему и провязываем столбик с накидом. Понятно? Вот, видите? Краешек выравнивается, Будет красота. Все, вот так вот несложно до конца ряда. Две воздушные петельки, столбик без накида, две воздушные петельки, столбик с накидом и так далее. Здесь его встречаю. Так, смотрите, вот мы с вами выровняли краешек полностью. Так, теперь, что мы делаем дальше? Одна воздушная петелька, поворот и сюда же в этот же столбик столбик без накида. Далее нас идет арочка, состоящая из двух воздушных петелек. Ныряем в арочку и провязываем два столбика без накида. Дальше идет столбик без накида. Мы его провязываем столбиком без накида. Опять идет арочка из двух воздушных петелек. Значит, 2 будет столбика без накида. То есть, никаких замудренностей. Дальше столбик у нас с накидом. Мы его провязываем тоже столбиком без накида. Понятно, да? И так далее. Арочка 2 столбика, столбик 1 столбик. Арочка 2 столбика, столбик с накидом, один столбик без накида. Понятно? То есть весь ряд у вас будет столбиками без накида, точно так же, как ряд, который у вас был после таких вот пышных столбиков. Угу. Все, несложно. Давайте до конца ряда, столбиками без накида, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот рядочек мы провязали столбиками без накида. Дальше что мы делаем? Полностью по всем столбикам, которые у нас без накида, 3 петельки подъема, поворот мы по всем столбикам, сейчас пройдемся столбиками с накидом. Понятно? То есть вообще ничего сложного. Предыдущий ряд был столбики без накида, а этот, получается, ряд начинается столбиками с накидом. И таким образом мы с вами начинаем еще один вертикальный раппорт нашего узорчика. Помните, да? То есть самый первый ряд мы начинали с вами столбиками с накидом. Вот он и есть столбики с накидом. Не сложно? Не сложно. То есть дальше у вас будет только лишь повторение. Сейчас столбики провяжите, ряд столбиками. Обратно возвращайтесь вот такими вот столбиками с одной общей верхушкой. Дальше провязывайте опять столбиками без накида. Обратно возвращайтесь, лепесточки делайте. Обратно получается возвращаетесь маленькие, помните, у нас арочки были из воздушных петелек. Дальше у вас идут верочки и опять воздушные петельки проходите столбиками без накида и опять будете начинать следующий опять вертикальный раппорт узорчика то есть перематывайте немножко назад и будете точь-точь повторять все то же самое понятно и у вас будет формироваться вот такой вот нежный красивый необычный ажурчик угу. все давайте увеличим сейчас наш образец несколько рядочков то есть сейчас будем только повторять с самого первого ряда без изменений все встречаемся через несколько рядочков так, смотрите, я, получается, провязала всего лишь только еще один вертикальный раппорт узорчика, да? Ну, и закончила столбиками, чтобы было ровно. Вот, два вертикальных раппорта, гляньте, какая красота. Вот такой вот ажурчик в копилочку ваших узорчиков. Нежно, аккуратно, да. Я думала, что будет он двусторонний, но мне кажется, что вот эта сторона выглядит намного симпатичнее. Она будет у меня лицевая. Но ну, а вы, естественно, же выбирайте, как вам больше нравится, какая сторона. Если, смотрите, это у вас будет палантинчик, наберите кромочных столбиков, сколько хотите, да, там 3, 5, 7, 10, и у вас будет ровный краешек. Вот так вот. Здорово, здорово. Самое главное, удобно, что заканчивается ровно, да? Видите, даже там, где были волны, мы все равно это все выровняли. За счет воздушных петелек. Вот так вот он тянется. И вот так вот он тянется. Красота, красота. Давайте замерим. Итак, получается я набирал 37 воздушных петелек. Если это же пряжа, это же крючок, это же плотность вязания, допустим, да, то в моем случае это получается вот 18 сантиметров. Так, и здесь получается два вертикальных рапорта, ну и плюс дополнительно один ряд столбиков. Это сейчас выровняю 15 сантиметров. Красота, красота. Вот так вот. Ниточки, конечно, напоминаю еще раз, вы можете брать совсем любые. Это может быть летний вариант топики, маечки, юбочки, да. Это может быть зимний вариант, это различные, там, возможно, кардиганчики, кофточки, палантинчики, да. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть потом в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.